Да. Так. Но она ее взяла и зачла за что-то, за О чем какие-то это я? работы Короче. выполненные. Она ее зачла. Нет, я не паникую, я просто, она мне присылает выписку из их счета, это, книги продаж. Там она стоит, это счет фактуры у них, она якобы проведена, не знаю, Сейчас. как она. Да, документы сходятся, но она этот аванс зачла, она его уже поставила обратно. То есть у меня он как бы стоит, я с него беру вычетной НДС, если я его зачитаю, я его обязана обратно поставить туда, в книгу продаж внести своих. То есть получается, что я 30, Так, 34... сейчас. Она мне сказала, что она его поставила за какие-то работы. Она мне, нет, она мне не Так. прислала книгу продаж. Она мне должна была прислать тогда, сейчас скажу. Она его поставила в книгу продаж, в книгу покупок она должна была его внести, внесла его. А я должна была тогда в книгу продаж его внести. То есть как бы у меня получилось, что на ноль он должен был Блин. сойти, этот аванс, зачесть в счет каких-то работ. А получается, что у меня к уплате теперь 34 тысячи, если они его... Я не... В общем, какая-то хрень получается вообще. Вы выясните, вот он зачтен или не зачтен. Как вообще? Потому что вы мне утверждали, что он ни в каких условиях не будет зачтен. Нет, так как-то в акте его не видно. В акте не видно, что этот аванс зачитывается или не зачитывается, понимаете? Не знаю, но его в счет каких-то... Нет, она его зачла в счет оплаты за какие-то другие Так. работы, видимо. Я не знаю, за какие. Я не знаю. У нас и так до хрена им денег заплачено вперед, 2 с лишним миллиона. И теперь еще я Так, за них какой-то геморрой имею. Извиняюсь. Ну, выясняйте, короче, что они там сделали. Я не знаю. Давайте, ага.
Вот, пока скачивается. Так. Сейчас. Десять минут. Награда.
Я сейчас не могу снять обычную Geometry Dash, потому что у меня скачивается, я удалила. Сам не удалось, проверите. Если получится, то я купила обычную Geometry Dash. Вот так-то. Так, я смогу поиграть в копию этой игры. Проверим, кто у меня. Сколько скачалось. Ну вот, уже прилично, 40. Так. Ну ладно, так. Сейчас схожу уже. Ну, короче, чтобы потом работало, нужно взять, чтобы использовать программку, и, короче, вот. Настройки основные, управление устройством, здесь разрешить, то есть доверять программе.
Сколько скачалось? Сейчас посмотрю. Ну вот, 50. Если не смогу выложить это в ролик, значит, сделаю отдельное видео по этой игре. Отдельное видео, да? Видео я выкладываю по возможности. Когда могу, тогда их загружаю на мой канал в Ютубе. Да. Девятнадцать минут уже ролик идет. Так. Девятнадцать минут. Да. Ну, он будется. Так. Ладно, сейчас. Ну ладно, так.
Вот так. Так, скачивается. Ролики про геометрию 3D-шки, наверное, покажу, как вернуть аккаунт. Ну, то есть, ну вот, покажу это. Снимить. Так. Так, тут лапа сейчас. Обычно снимаю я через Duo Recorder, вот через Duo Recorder, да. Если будет возможность, положу обычный ролик, а не через Duo Recorder. Да. И также я говорю, сейчас скажу.
Ну, короче, могу сказать одно, что ролики по Mazinga Monsters я, скорее всего, не буду выпускать, вот. Скорее всего, так. Ой. А, Дим! Слушай, куда ты меня позвал вообще? Ну вот, почти уже скачаны. Водов тоже не буду выпускать. Нет. Инглиш. Ой, чудо. Еще раз в копию сыграю, в копию Geometry Dash. Мне потом говорили, что это копия. Никто говорил, можно самому догадаться.
Ну вот, в копию я сыграла. Вот. Теперь посмотрим, как там обычная геометрия дышит. Ну вот. Сейчас. Также вы можете поддержать меня подпиской на мой канал, вот. Ну да, на группу тоже вы можете поддержать. Ну вот. Ну вот, у меня даже можно увидеть сейчас основные управления устройством, и вот, так, проверено. Так, ну вот, все еще скачивается. Сейчас. Ну ладно, сейчас. Ну, короче, если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не обязательно, но можно подписаться, на группу подпишитесь, да. Может быть, в описании я оставлю ссылку на группу, да. Ссылку на группу. Ну вот, почти докачалась. Видео уже идет 40 минут. Достаточно долго. Да. Thank you.
Но выложу в YouTube я его позже. Но вы знаете, да. Дома, короче, возьму и выложу его. Выложу его в мой YouTube. Да. Напоминаю, что в описании будет ссылка на группу, да? Короче, вот так-то. В описании я оставлю ссылку на группу. На которую вы также можете подписаться. Да? Ну вот. Если меня не слышно, кстати, могу говорить погромче. Ну вот. Мне просто, если просто через камеру снимать, то мой голос не записывает совершенно. Иногда не записывает. А вот через рекордер звук лагает. Да. Немножко отстает какой звук. Вот. Маш, ну что, пошли? Маш, пошли? Да. Маша, осунь себе, а? Потом где-нибудь марки найду.
Да. Все, или ты в туалет пойдешь сейчас на полчаса? А я в туалет.